Прошлое, настоящее и будущее – это всего лишь время, которое мы проживаем. Все время что-то меняется, что-то меняется, что-то меняется. Я не могу сказать лучше. И оно просто обрело другую форму, а по сути не изменилось. Настоящим будущим. Уходящий миллион вещей. Уходящий, как этот корабль, которым я пришел первый раз, посмотрел и увидел, что есть какая-то конструкция, которая называется корабль. Все меняется. Это все, что создано Творцом внизу. Самолет был обычный корабль. И говоря о художниках, в процентном смысле, точно так же большинству трудно, меньшинству легко. Несмотря на то, что я живу в Америке, я оказался не там. И... Для меня это корабль, это путешествие, это возможность как-то изменить свою жизнь во времени. Красивая, интересная сказка. Я ухожу только для того, чтобы вернуться. Всегда. Через сколько-то лет, может быть, то, что происходит сегодня, оно тоже может приобрести совсем другую форму. Свободы не было в искусстве, да? Выбора как бы какого-то не было. Психологическая память я проходил и переживал. Естественно, переживал, это были переживания. Я вижу старый ржавый корабль, сохранившийся каких-то советских времен. Нет, я вижу его. Сейчас немного с возрастом, как будто это все вот так стирается на нет. Это не от меня. Когда вырос у отца в мастерской, и меня таскал всегда. Как вот у нас тем было корабль. Как корабль, корабль плывет. Бывают корабли какие-то пробоины, бывает там что-то, бывает само, ну, там ремонтируют. Другой жизнь, но живой. Там люди, рыбаки, парочки, которые целуются. Меняется наше отношение. Меняемся мы по отношению к этому. То есть человек начинает задумываться над своим. Над собой, над своим. Сейчас, конечно, все изменилось. Мы живем, мы влились в какой-то в целый мир. Даже вот стол и так далее. Ко всем кораблям, которые плыли. Они же плыли? У них был срок. Они рассказывали такую историю. Я лазил в эту лодку. Лодка была большая, я пытался даже ее столкнуть в детстве, чтобы она поплыла. Но когда-то это у всех приходит. Когда-то каждый придет к своему последнему причалу. Тебя знали, вот есть такой, он левый, но он художник. Ну, наверное, в целом человек сам как суть, он не может измениться, никакие новые. Времени, которое было интересно для них. Было интересно, потому что они когда-то там были. Как бы ты ни возвышался, рад ты должен приземлиться обязательно. Время вообще очень странная штука. Наверное, у каждого оно по-своему идет. То есть у каждого оно измеряется. Я, честно говоря, очень тяжело собиралась. Как-то мне тяжело было выходить. Все, мы и есть наше прошлое. Может быть, поэтому этот корабль, который уже не корабль. Один из жителей деревни говорит: не копайте. Говорил вам, не копайте. И они копали, 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 копали. Что происходит, потому что происходит все. Важно, как вы к этому относитесь. Я оно к этому отношусь так же. Каждый день для меня прожитый день уходит в прошлое. Я не знаю, что это происходит и как. Многие это. Люди погибали, которые вдруг становились не нужны. Может быть, но любое прошлое – это наш символ. Пока мы были. То есть опять вот эта мысль, что для художника нету прошлого, нету настоящего. Может быть, есть будущее. Он делает что-то. И то же, что происходит с кораблем, может происходить с каждым. Но есть момент... Это система сопротивления. Это тоже часть нормальная. Этот корабль, я думала, обшили. Да здравствуйте, до завтра.
и не в цели, а в их намерения. Я считаю, что мы все должны посмотреть на это. Пробитый временем. Морем. Тем более, что я как все остальное. И наше небольшое негативное отношение к тому, после того, как он отслужил, как мы относимся к нашей истории. А это зависит только от нас. Сейчас я еще расскажу, почему для меня опасный за этот корабль, почему мне хотелось пойти. Ну, как личность творческая, я не скажу, творческая, я скажу, как личность, я должен выживать в этой мире. Я пошла на корабль. Были другие корабли, которые был корабль со свечами, горящими огнями. На котором мы плавали вокруг земного шара. Был корабль, во мне происходит болезнь, я пытаюсь выжить. Корабли. Я не хочу сказать, что сейчас хорошо, раньше было плохо или так далее. Это просто нормальная жизнь. Она была всегда, есть и будет. Это не мое детство, это не моя история. Ценность не в этом. Будем вместе и есть вместе. В общем-то, для меня очень важно. Когда-то он плыл, а сейчас остановился. Раньше тоже хорошо. Просто его надо всегда хранить. И с ней ты проживешь. С одного года до ста. Чтобы мы имели силы. Это мое отношение. Чтобы мы умели также жить, уметь радоваться жизни. Нет, конечно, 15 лет – это большой срок. И опять все поменяется, и опять мы останемся прежними. Я думаю, что так. Мне очень хотелось бы встретиться вот точно так же, говорить о корабле. А еще кораблях. Мы пойдем еще на другие корабли, мы поплывем еще на других кораблях. И через 15 лет, чтобы мы опять просто встретились, я бы хотела, конечно, так. Мы будем еще красивее. Мы будем замечательными.